Здравствуйте, с вами Цердум. Сейчас я расскажу вам, как выбрать для вашего будущего компьютера оптический привод. Ссылки на часть других комплектующих есть в описании. Итак, выбор оптического привода без лишней марки состоит всего из двух этапов. На первом этапе вы просто решаете для себя, какие функции вам нужны в вашем оптическом приводе. Например, он вам нужен внутренний или внешний, с Blu-ray или без. На втором делаете выборку в понравившихся вам интернет-магазинах всех оптических приводов с нужными вам функциями, отбираете из них устраивающий вас по цене, только не спутайте с приводом для ноутбука. Я выбрал для себя вот такой внутренний оптический привод Blu-ray Asus BW16D1HT. Вот, в общем-то, и все. В следующем видео я расскажу вам безумно детали, как выбрать блок питания. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч.